сообщили, что будет молодежная выставка. Естественно, я решила поучаствовать, так как мы после учебы во Владивостоке приехали сюда, решили вернуться в Благовещенск. Вот. Ну, после этой новости, соответственно, нужно участвовать, нужно себя показывать, знакомиться с художественной средой, этим миром, который здесь. В этом году очень много работ не повешали, потому что нету места. И ребята очень порадовали. Причем в этом году очень много новых ребят влилось в коллектив молодежного отделения. И очень мы рады, что очень много ребят вступили в члены Союза художников.